Мы решительно осуждаем продолжение военной провокации армянской стороной, которая выступает с позиции реваншизма. Как передает репорт, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана. Как сообщала Минобороны Азербайджанской республики, 16 ноября в ходе боестолкновений на госгранице, возникших в результате провокации Армении, стали шахидами 7 военнослужащих азербайджанской армии, 10 получили ранения. Ответственность за обострение ситуации в регионе и создание препятствий для выполнения трехстороннего заявления лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении. На любые угрозы и военные провокации, направленные против территориальной целостности Азербайджанской республики, в пределах ее международно признанных границ, будет и впредь даваться адекватный ответ, говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства. Ишканасар, как нам объяснили, этот населенный пункт ближе остальных, находится к эпицентру эскалации непосредственно у линии фронта, где вчера разворачивались бои между армией Армении и вооруженными силами Азербайджана. Две позиции они сейчас взяли под контроль и находятся там по сей момент. Министерство обороны заявляет об одном погибших и о 24 пропавших без вести. Министерство обороны Армении, я имею в виду. Но наши источники на передовой эту информацию вот уточняют. Определенные нюансы есть. Вероятнее всего, к сожалению, среди этих 24 есть определенное количество погибших. Не беремся сейчас сказать точное число, но их тела находятся на той территории, которая на данный момент уже подконтрольна азербайджанцам, и забрать их просто нет физической возможности. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.